Терамобил. Нефтекамск. Янаульская, 1А. Телефон 236-88. Салон, который подвергся проверке надзорных органов, располагался в центре города и пользовался популярностью. За время работы в нем было выдано около 200 потребительских займов. В ходе следствия установлено, что фирма не была зарегистрирована в установленном порядке и не была включена в государственный реестр Центрального банка России. Бизнесмен проигнорировал эти требования и продолжал заниматься незаконной выдачей микрозаймов. После этого прокуратура завела на него административное дело по статье «Незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов» и оштрафовала его на 20 тысяч рублей. После рассмотрения документов об устранении нарушений салон микрозаймов был закрыт.